Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы сегодня продолжаем играть в «Как достать соседа, Вуди возвращается». И еще говорю сразу одно. Если вы создаете какие-то модификации по «Как достать соседа», то обязательно пишите об этом в комментариях и скидывайте мне в ВК, в личку там. Пишите, я обязательно их проверю. И вполне возможно, что даже запишу видео. Короче говоря, а сегодня мы будем играть во второй сезон. И первый называется «Искусство требует жертв». Ко дню матери великовозрастный балбес решил сделать своей мамаше незабываемый подарочек. Приобретенного попугая он заводит в ванну, дабы никто не помешал ему творить всякую фигню. Ах, может подарить ей мальчуковый фотопортретик или картину? А может изваять статую мамочки в полный рост? Или смастерить для нее вазочку? Все это, конечно, сопровождается страшным грохотом, и Вуди, конечно же, это не нравится. Если подкрасться, можно устроить козни прямо под носом попугая. Но раз он в ванной, там мы вряд ли что-то делать будем. Ну ладно, погнали. Во втором сезоне у нас открывается третий этаж, а именно две комнаты, спальня и балкон. В отличие от консольной версии, конечно, тут Social Media Life Production даже не удосужились стены розовыми сделать. Так и оставили. Неужели это была какая-то проблема сильная? Улицу уже смогли нарисовать. Не думаю, что сосед будет спускаться вниз. Да, ему попугаю, конечно, здесь не нравится. Обожаю пакость вот здесь. Ржачная пакость вообще. Неужели сложно было розовые стены нарисовать, как в консольной версии? Надеюсь, что хотя бы в ремастере они будут. Начнем, пожалуй, кнопки канцелярские на табурет. Давайте запустим этот движок. Зато здесь не надо ни под носом подкрадываться. Так, спускаемся вниз. У него там колесики зажаты были, чтобы эта штучка, подставка не ездила. Теперь она будет ездить. Сосед толком удержаться на ней не сможет. Прикольно получилось. Кошмар какой. Какая у него рожа была сейчас. Ой, блин. Так, давайте сделаем ему супер художество, горы какие-нибудь. Да и птички его, конечно, тут не нравятся. Так, вот он заправляет фотоаппарат вот этой фигней. Ой. Давайте сами заправим ее сейчас. Он потом ее заправит и вообще будет красиво. Он ослепнет, наверное, от яркой вспышки. Да, здесь окошечки, как в консольной версии. Блин, я забыл это банан положить здесь. Если бы я тут банан положил бы, то на 100% прошли бы. Забыл банан положить, забыл, просто взял и забыл. Ну ладно, пофигу в принципе. Если бы он поскользнулся бы тут, когда бы сюда шел, то было бы 100%. Да,
Ну давай, сфоткайся. Эх. Если бы он скользнул, я положил бы банан, ну, 100%. Ну ладно, пофиг вообще. Дальше что у нас идет? Солнечное утро. Ротвейлер замыслил принять солнечную, так называемую солнечную ванну. Он торжественно устраивается в шезлонге на балконе. Также он пригласил свою мамочку, которая устроилась в спальне рядом с окошком. Она привезла с собой кофе, и сосед по привычке решает выдать все, чтобы ей не досталось. Уди появится отличная возможность соседушке кровушку портить. Крем для загара нужен только на ярком солнышке. Окей, я понял. Так, сосед у нас, как всегда, зубы чистить пойдет. Я знаю, как этот уровень пройти на 100%. Так, придется соседа отвлекать всеми вот этими вещами, чтобы все успеть сделать. Во-первых, зонтик закрываю. Этот предмет нам не пригодится. Но тем не менее. Вот. Интересно, вот немного странная идея. Шезлонг тут поставить, и мол, кто-то тут сидит. Неужели сосед ничего не заметит? Отлично, давайте откроем. Давайте обувную щетку грязную сюда поставим вместо зубной. Какие у него красивые зубы после этого будут. Так, надо банановую кожуру положить здесь. Замок-то, кстати, не исчез. В оригинале замок-то исчезал, а тут нет. Еще одна недоработка. Которую так и не исправили. И никогда, я думаю, уже не исправят. Ладно, пущай сидит. Ой, господи, господи. Беги сюда быстрее. Я что-то забыл. Тут, кстати, часы стоят. В оригинале такого, по-моему, не было. Так. Что с того один... А, такой же. Не то. Мед надо. Да не на шезлонг. На крем для загара, ё-моё. С пиксельным охватом проблемы, конечно. Это я специально сделал, чтобы он быстрее сюда шел. Да, вот здесь не дорисовали немного, конечно.
Мне надо время. А, все. Осталось только вот здесь. Я до сорняков в водичку налить, в леечку. Как же это фиалочки-то понравится. Кнопочки. А, и раны зашили моментально. Ну и все, наверное. Больше ничего не надо делать. Тут спрятаться нельзя, блин. А, все, конец фиалки пришел. Давай, минута осталась. Успеем? Должны успеть. Давай, сосед, быстрее. Иди. Давай, сосед, у тебя 40 секунд. Быстрее давай. Тридцать секунд, давай быстрее, сосед. А, вся земля застряла в зубах, да? Ну, за 15 секунд, я думаю, успеет пакость еще одна сработать. Да, все, успели, и на 100% причем прошли. Ладненько, ладненько, ладненько. Короче говоря, дальше у нас что? Хаврония. А, это серия про свинюшку. Ротвейлер на днях обзавелся новым питомцем, очаровательной хрюшкой. Возможно, это его внебрачный ребенок. Господи, вот кому такое в голову пришло? Которую надо как следует откормить, чтобы потом прорубить и устроить барбекю. О-о-о, как жестоко. Попугайчик Чили тоже проголодался и требует чипсов. Пёс соседа Мац наконец-то снова дома. После стольких забот сосед решает прикорнуть. Скукотище. Вуди решил нести живую ноту. Чтобы не разбудить спящего соседа, ходите на цыпочках. Да, да, да. Мы все это знаем. Ну, ночной уровень. Ну, как всегда, вот здесь нет никакой ночи за окном. Разработчики ведь забыли про это. Хотя в консольной версии этот уровень не был ночным. Он был дневным. Вот это место, кстати, отличается немного от предыдущих уровней. Да, вот здесь есть яйцо, но оно нам вообще не пригодится. Пусто. Ну и, блин, зачем я тут крался? Блин? А, блин, придется тут стоять, потому что сосед сейчас пойдет туда, на кухню. Да, только на втором уровне, вот здесь авторы смогли ночь нарисовать за окном, а во всех остальных ночных уровнях они вообще, они, видать, забыли. Ну как это так-то, а? Неужели нельзя было даже обнову выпустить, где недоработки исправили?
Пианино открылось, что ли? Или мне показалось? Что у нас здесь? А, бесполезные вещи. Хлам только место занимает в инвентаре. И как же мы будем прятаться под кроватью? Ну, можно на балконе прятаться. Здесь нету эффектов освещения. То есть в ремастере хотя есть. То есть, когда Вуди заходит в какое-то темное место, он остается таким же светлым. В консольной версии такого не было. Ну, может быть, разработчики просто не могли такое сделать. Но хотя в ремастере... Но хотя в ремастере они смогли же это сделать. Блин, я забыл на кухню заглянуть. А, ну ладно. Перченые чипсы настолько перченые, что у них глаза слезятся. О, я бы такие попробовал. Эх, не успею, давай быстрее уже иди. Единственный выход это в шкаф спрятаться. Ну и хвост пса, конечно, загораживает все. Так, это я сделал, чтобы чипсы подложить, успеть. Давайте используем кнопки. Положим кактус еще вот сюда. Даже дверь светится. Ну да ладно, не до такой уж степени-то. Килы очень острые. Дай бог ей попасть в воду. В консольной версии нам в оригинале надо было соус острый. И в консольной версии тоже надо было соус острый. Красиво прыгнул. Кстати, мобильная версия. В мобильной версии сверху показывалось время, которое сосед спит. Довольно полезная вещь. В консольной версии, кстати, когда он челюсть вставлял, была такая же анимация, как здесь, с чипсами. Так, и еще один уровень. Третий сезон уже, кстати, открылся. Пикничок на балконе. Сосед жарит мясцо. Снова везет жиртрез, поперся наверх и оставил холодильник полный еды.
Отвиллер вновь пригласил себе Ольгу, которая никогда не прочь пожрать на халяву. Однако мясо она не дождется, сосед набивает брюшко мясом и пьет винцо, пока она наверху думает, что он пошел за новым мясом. Вот она диета чемпионов-то, а? Когда вы уже научитесь делиться? К такому случаю будет уже пара отличных пакостей готова. Очень полезно, отличное внимание соседа одной пакостью, чтобы успеть сделать другую. Да-да-да. Офигенно просто. Да. Хорошая идея вместо кровати вот такой шезлонг поставить. А так, тут есть набор топлива и спички. В шкаф у нас вновь нельзя спрятаться, блин. А тут, кстати, нигде нет ни попугая, никого. Да, очень быстрое мясо он приготовил. Огнетушитель теперь стоит далеко, вот здесь. В консольной версии, в оригинале он здесь стоял. Это чё было, бля? Давай иди, сосед, мне нужно время. А, я забыл в холодильник, наверное, блин. Нет, не забыл. Эй, блин, уже не успею зайти. Ладно, сейчас он пойдет за мясом вот сюда. И мы тогда зайдем туда. На покосить мы, конечно, не успеем, но... По крайней мере, взять предметы мы сможем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я бы тоже бы на халяву пожрал бы. Да, тапок. Тапок. Вот если в консольной версии тапок на этом уровне, надо было вот сюда засунуть. А здесь вот если попытаться это сделать, он скажет, что это плохая идея. Ты куда ж ты идешь-то? В консольной версии также надо было бензин в пиво наливать. Он скажет, что это заметно. Наливаем спирт для растирания. Так, теперь бежим отсюда быстрее. Есть еще одна недоработка, которую я вам покажу сейчас. Я забыл в мусорку заглянуть. Ну ладно, не покажу, значит. А может, я успею показать. Фиг его знает. Банановую кожуру надо было положить на пол. Вот здесь. Блин, хороший огонек у него получится сейчас. И почему-то... Смотрим, короче, сейчас, надеюсь, сработает. Вот еще одна недоработка, еще один цветок. Этот был спрайтовый цветок, а там нарисованный цветок. Лучше бы они бы не рисовали бы там цветок. Тогда все было бы нормально. Не, не сработал этот баг. Почему-то.
И хороший, однако, он заметит, что он жарит же света, пока в консольной версии он ничего не замечал. В общем, если бы я бы вышел из лога, у меня банан был, я положил бы его сюда. Он проскользнулся бы почему-то не здесь, а вот здесь. Это немного как-то странно, очень. Я бы вам продемонстрировал, если бы я бы не забыл бы заглянуть вот сюда. Давай, вкусно уксуса выпей. Ну и 100%, конечно. Так, то же самое нам пишут, что и здесь. Ладно, в общем, третий сезон мы будем проходить в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, с вас лайкос, подписывайся, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и группу ВКонтакте. Всем пока.